Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами разберемся с выполнением задания Lesson 43, урок 43, Exercise 8, упражнение 8. Задание. Расшифруй следующие картинки и запиши текст словами. На каждом рисунке мы видим предмет и числительное. Смотрим на первый рисунок. Цифра 7. И кот. Это означает 7 котов. Скажем это по-английски. Seven cats. Что значит 7 котов? Смотрим на второй рисунок. Цифра 10. И на рисунке изображена свинья. Мы должны сказать 10 свиней. 10 pigs. Рисунок номер 3. Снова цифра 7 и нарисована ручка. 7 ручек. 7 pens. И на последнем рисунке снова цифра 10 и петух. 10 петухов. 10 cockerels. Обратите внимание, что в каждом словосочетании существительное мы ставили во множественном числе с помощью прибавления окончания s к местоимению. Cat – cats, pig – pigs, pen – pens, cockerel – cockerels. И получили 7 cats – 7 котов, 10 pigs – 10 свиней, 7 pens – 7 ручек, 10 cockerels – 10 петухов. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.